În apartamentul pensionarei Larisa Dugaeva, în vârstă de 81 de ani, mucegaiul nu doar se simte, ci chiar se vede cu ochiul liber. Nici nu poate scăpa de el, pentru că reapare după fiecare ploaie. Mâine spim, săbiraim tăzi, o dejăm tăzi, și săbiraim vodă tăzi. По 7 тазов в одной комнате устанавливаем, чтобы собрать воду с крыши. И вот все время течет на протяжении уже 10 лет. Iar într-o zi de pe tavan a început să se desprindă tencuiala. Во время дождя все время текло, обсыпалась штукатурка, и тогда мы увидели эту щель. Același bloc, altă scară și alt etaj. Locatarii de aici spun că administratoarea blocului ar fi dispus anul trecut ca acoperișul să fie reparat, însă de atunci nici urmă de lucrări. Вот был ливень сильный, прорвало, вот видите, вот это вот мой муж заделал, чтобы не было видно. Здесь все было, залили были, квартиры были залиты и все. Там упал потолок вот у них. Pentru a nu trăi în mizerie, locatarii spun că au făcut reparații din banii lor. Unii au cheltuit chiar și 20.000 de lei. Asta deși achită pentru întreținerea blocului, iar recent taxa a fost dublată. Oamenii o acuză pe șefa cooperativei care administrează blocul că nu gestionează banii corect. Вот это уже новую квитанцию не согласованную с людьми. Только для ремонта вот по этой квитанции. Где? Вот этой? Ну вот она тут пишет. Вот смотри, ремонт 89. Вы чувствуете, куда уходят эти деньги на ремонт? А я вам сейчас скажу, ребята, они уходят, у нас ничего не делается, только суды. Администраторя респинс акузателя и спуне, что ва фаче репарации, кэн вор фи суфициенци бань. Кооператив я приняла в 2009 году с 219 тысяч долгов. Мы отдавали все годы долги, что могли, по возможности делали. Когда будут деньги, как только будут деньги, так сразу будут отремонтированы. Никогда. Почему никогда? Почему Потому никогда? Вы несете их на суды и платите адвокатов, и все наши деньги не идут на ремонт лестниц, не идут на ремонт подъездов, а идут на суды. Конфликтul a ajuns și în vizorul procurorilor după ce un grup de locatari au scris mai multe plângeri în acest sens. Recent aceștia au primit un răspuns prin care au aflat că de acest caz se va ocupa Procuratura Municipală.